Добрый вечер. Сегодня я хотел бы вам показать Mac Mini 2012 года. Сразу скажу, это мой первый компьютер на Mac OS. До этого я был на Windows, начиная с 95-го, 98-й, Millennium, ну и так далее. Сейчас у меня Windows 7. Как бы захотелось большего. Попробовать что-то интересное, новое. И Mac Mini, я считаю, с хорошим началом. Mac Mini у меня... Так, сейчас посмотрим. Mac Mini у меня... четырехъядерный Intel Core i7, 2,3 ГГц. То есть это средняя модель, 388, как здесь видно. Есть версия и похуже. Двухъядерные с процессором 2,5 ГГц. И есть более мощный процессор i7 2,6 ГГц с Fusion Drive, который. Вот. Так что у меня средняя модель. Здесь 1 ТБ обыкновенного жесткого диска. Intel графика 4000. И 4 ГБ памяти DDR. 1600 МГц. Память я буду увеличивать. 4 гига я считаю мало. Просто на данный момент у меня не получилось приобрести. Так что, что есть, то есть. Как бы. Также я сразу прикупил к нему трекпад. Посмотрим, что за штука. Потому что Magic Mouse мне не понравился, и по ощущениям я с ней поигрался, так полазил. И как бы моя мышка проводная мне больше нравится, чем Apple-овская Magic Mouse. А вот трекпад, я думаю, очень будет хорош, потому что здесь жесты на macOS очень мне понравились, в принципе. Так же, как и на iPad, очень удобно, я считаю. Попробуем. Ну и, соответственно, клавиатуру. Обыкновенная блютузовская Apple-овская клавиатура. Посмотрим тоже. Насчет Mac Mini. Его я использовать буду в основном для, ну, как обычно, интернет-серфинг, видео, музыка, это стандартно. Но в основном я буду использовать для обработки с Photoshop'ом. И попробуем, что сможет он сделать с видео, с обработкой видео. Final Cut Pro X там. Ну, посмотрим, что получится. Так, как бы я увлекаюсь фотографиями. Ну, играть, конечно, на нем, я думаю, бесполезно. Ну, есть, конечно, игры, на которые на нем будут работать. Ну, таких много, конечно. Ну, я считаю, все равно Mac не для этого. Не для игр. По крайней мере, Mac Mini точно. Ну, так как я иногда поигрываю, как бы, я решил свой старый компьютер оставить и попробовать соединить их вот такой вот штукой. Вот я купил это KVM Switch на два компьютера, можно так сказать. Я сам не знаю, как будет работать, еще сам, видите, не открывал. Посмотрим, в общем, будет, думаю, интересно. Так, что эта штука себя представляет? Два компьютера подключаются к этому устройству с одной стороны. С другой стороны подключается клавиатура, мышь, монитор, ну, периферия, какая нужна. И с помощью быстрой кнопочки, вот как здесь, вот там плохо видно, наверное. Вот здесь вот она показана. Быстрая кнопочка, то есть нажимаешь и переключается тут же с одного компьютера на другой. То есть не выключая. Я считаю, очень удобная штука. Очень довольно-таки сложно было мне ее найти, потому что в основном такие штуки продаются с старыми версиями, еще такими не USB-шными периферии, то есть мышка, клавиатура, и порты VGA-шные, а не DVI. Так что здесь у меня DVI-евская и USB везде. Видимо, это более такая специфическая вещь, и как бы не часто ее можно увидеть. Ну, посмотрим, что будет. Итак, iMac 2012 года. Посмотрим, что внутри. Для меня это впервые, так что будем вместе как бы смотреть, что да как. И меня еще интересует, какая там розеточка.
евро или американская. Так, как мы будем скрывать? Скрывать мы ее будем вот здесь, наверное. Не знаю, что у нас получится. Посмотрим. Так. Угу. О, правильно, с этой стороны можно было. Так, собственно говоря, это как обычно в продукции Apple, сверху находится продукция, все остальное внизу. Ну, кстати, довольно-таки ощутимый. Я думал, что он как бы полегче. Ну, до этого не знаю. Вот, собственно, сам компьютер. Ну да, тоненький, металлический. Приятненький такой. На всех языках, кроме русского, но это логично. Так, сейчас мы его посмотрим чуть попозже. Что внутри? Внутри коробки. Ну, понятно, инструкция. Как обычно, я считаю, не знаю. О, русская. Интересно, я даже купил русскую версию. Неожиданно заказывал через интернет-магазин. Наклеечки. Hello, которая здесь у нас привет уже. Интересно, все на русском. Прогрессируем, прогрессируем. Так. Ну, очень приятно. Так, внутри дальше находится переходник, который мне очень как бы нужен, потому что у меня монитор 24 дюйма IPS матриц, такой как бы для фото я покупал, но в нем нет HDMI порта, в нем DVI. DVI как раз то, что мне нужно. К слову, насчет HDMI. Что-то там я читал, по интернетам лазил. Говорят, что Intel графика и компания Intel уже признала свою ошибку. Что-то там с HDMI, подключение через телевизор, по-моему, у них какие-то глюки начинаются. Не знаю, говорят, что это пофиксит, но посмотрим. Так, ну мне это как бы не нужно, у меня переходник. Отпластиваем в сторону. Отлично, и розетка наша, что логично. А у меня уже был переходник, на всякий случай, с евро. Дальше, как, ну, минимализм. Apple в своей традиции, больше ничего нету. Отличненько. Будем смотреть на Mac Mini. Mac Mini открываем. Угу. Разрывая наклеечку, показываем, что мы его уже открывали, довольно-таки интересно. И правильно, я считаю. Так, блок видно здесь, не видно. Так, питание, интернет, Firewall, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, что это за штука. Так, где инструкция? Вот она, инструкция. Да, Firewall 800. Вот это. HDMI, Thunderbolt порт, 4 USB 3.0, картридер, ну и выходы на микрофон, наушники, там охлаждение идет, кнопочка включения, собственно, крышечка. Кстати, как ее открыть? А, в бок. Так. Опа. Угу. Вот и операционная память, которую я буду менять потом, эти 4 гига. А, если не ошибаюсь, это Wi-Fi. И вот под этими ребрами там находится жесткий диск. Жесткий диск я тоже потом буду менять, потому что я считаю 5400 оборотов как бы не особо хороши. Буду брать SSD хотя бы гигов на 120 под систему. Поставлю его вторым. Так, не сюда. Так, что-то я начинаю чудить.
Угу. Просто надо посильнее нажимать. Отличненько. Так. Посмотрим. Ну, остальное, я думаю, показывать смысла особого нету. Magic Trackpad, Apple Trackpad, как там его? Довольно-таки симпатичный, металлический, сделан все из алюминия. Здесь открываются батареечки, вставляются. С этой стороны кнопка включения. Что мне понравилось, при нажатии, чтобы не как на мышке кликанье, то есть ход, здесь ничего нету, она полная литая. Небольшой ход есть вот у этих ножек. Если вы слышите, такой звук есть, то есть есть ход. И когда он лежит, нажимаешь, прожимается вся площадь. Мне кажется, довольно-таки приятно. Ну и клавиатура. Клавиатуру, если не ошибаюсь, я брал из комплекта Мака. В комплект с iMac'ом она шла. Клавиатура тоже по стилистике похожа на трекпад. Тоненькая, металлическая. Приятный дизайн, минимализм. С этой стороны аналогично батарейки вставляются. С этой кнопка включения. Здесь где-то лампочка, ее не видно, она будет светиться при включении. Что мне понравилось неожиданно, я вот его в руках никогда тоже эту клавиатуру не держал. Мне очень понравился ход кнопок, ихняя структура, ну, материал как бы. В общем, я ожидал, честно говоря, худшего. Да, буду чувствую мучиться с непривычки с этими кнопками функции Command. Ну, посмотрим. Так. Ну и тут инструкция, я считаю, как бы несущественная вещь. Так. Ну вот, кстати, я думаю, заодно можно вскрыть, посмотреть на этот КВМ-свитч. КВМ-свитч у меня, кстати, если кто себе захочет, фирмы Threadnet. И называется он... Да, плохо видно. Ну вот он, ТК-214i. Посмотрим. Не будем его сверху скрывать, долго думать. Откроем снизу. Вот такая вот балалайка. Вот такая вот хреновина. Все это открывать. Вот, собственно, сама вещь. Здесь два провода идут толстых. Один на один компьютер, логично, другой на другой. Два, соответственно, вот подключаем. Один я буду к минику подключать, другой к своему стационарному компьютеру, который я буду использовать как игровую платформу. Иногда, потому что у меня довольно-таки он игровой, и отказываться от игр я не хочу пока что. Хотя у меня даже есть PlayStation 3. Ну, просто есть консольные игры, эксклюзивы, а есть компьютерные, на которых удобно играть больше на Windows-системе. Вот. Поэтому я его оставлю пока на первое время, как игровой. Не буду включать, буду чисто когда как поиграть включать, переключаясь. Вот, кстати, вот этой кнопочкой. Вот маленькая кнопочка. Нажимаю, переключаемся с одного компьютера на другой. То есть два компьютера подключаются, здесь подключается вся периферия, которая будет вот эта штука переключать с одного компьютера на другой. Монитор, мышка, клавиатура, ну и микрофон, и наушники, как бы. И индикатор, показывающий, какой компьютер в этот момент активен. Можно даже зарядить, например, как, к примеру, поставить, обрабатывать какое-нибудь видео на одном компьютере, переключиться одной кнопочкой нажатием на другой компьютер и спокойно играть, что-то там делать, свои дела. Компьютер, экран, монитор переключится на этот. А тот не будет спящий режим переходить, который работает, обрабатывает видео. В общем, я думаю, довольно-таки удобная штука. Посмотрим, потестируем. Так, ну а я буду пока что все это подключать. Посмотрим, что из этого получится.